Ситуация в Гроворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны, силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома. Я сейчас обращаюсь к жителям Гроворонского района, которые, спасибо вам большое, покинули свои жилые дома. Времени пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих социальных сетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно. Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, которые вчера, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Это задача сейчас с утра номер один. Надеемся, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в наше лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур, они проводятся. Ждем окончания, завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена.